спрашивают из Лос-Анджелеса. Мы говорим о том, чтобы сидеть на учебной скамье и изучать глобальный интегральный мир. Что означает это практически? Что учим? Реально? Мы учимся тому, как сделать поручительство между нами. Какова природа человека, природа мира? Ты учился в школе? Учился. Ты хотел этого? Нет. И не важно, что ты не хотел. Были умные люди, которые написали для тебя программу обучения. Ты годами сидел и учился. Но это не помогло мне, то, что я там изучал. Не говори, что не помогло. Ты сам не знаешь, что для тебя это значит. И чем бы ты был без этого? Давай возьмем какого-нибудь человека, который вырос в Африке, не открывал никогда книги и не умеет читать и писать. О чем ты говоришь? А здесь мы говорим о воздействии окружения на человека. Нужно учиться. Нужно учиться всему. Ты должен познать Творца. Даже если ты сам, да неважно кто, люди, которые ходят по улице и хотят жить на улице, спят под, неважно там где, и едят то, что кто-то им подает, они тоже знают, да и лучше тебя, как устроен мир, как устроены улицы и как там жить. А тебе нужно учиться тому, как жить в новом мире. Даже так, каждый из нас, насколько может, должен познать высший мир. И не познавая ближнего, не познав высшего, ты не можешь его постичь и физически раскрыть в своих органах чувств. Поэтому выхода нет. Мы обязаны, нам это необходимо. Это обязательное обучение для каждого.